Я не могу тебе отправить в ЛС. Во-во. Странно, почему у меня она закрыта. Я тебе тоже, я, кстати, не мог написать. А нахуя тебе ему писать, типа вы же когда на службе, ну? Не, ну просто... Сейчас гражданин буквально... А вопросик еще можно? Это вот, я так понимаю, товарищ кадет сидит, да, Лиран? Боевой кадет, попрошу извиниться. Да, мне как бы похую какое, ебать. А почему фамильярничество идет? Почему вы к товарищу генералу, там, как у вас, генерал-полковник? Это мой отец. Так вы при исполнении находитесь. Ну, там, сейчас по-эфиски отвечают. Так меня ебать не должно, блядь. Кто? Отец, да, не отец. Меня тоже ебать не должно. Что-то проблемки-то не понимаю. Да, нихуя ты эльф, смотрю, в натуре. Ну да, ты что, не эльф, блядь? Ну шапка какая охуенная у тебя. Ну шапка у меня охуенная. Ты за словами свои следи, блядь, слышишь? А то что, блядь? Ну а то чё, а то чё? А то потом хуй через плечо, блядь. Кому я отсасывать буду? Кому я отсасывать буду, блядь? Я тебе отсосу, может... Конечно, да, да, да. Попизди, попизди. Кто-то завали свой ебальник, нахуй, сиди молча. Нахуя, смотри, как малышка поплыла-то, блядь, она... Боевой кадет. Ебать он боевой, да слушай ты, блядь. Всё, слушай, чё слушать-то? Иди, иди шлагбаум полируй, блядь, ясно? Да не переживай, ты хуй свою дружку полируй, понял, блядь? Да я пополирую, кому требуется, блядь. Да, да. Да, кому требуется, популярую. Ебать, живность тут, смотри, сидит на кадетах, на боевых. А это у вас отдельная такая есть, что ли? По подразделению? Патрульно-постовую машину. Да, да, я подрезал. Но не было тарана, было подрезано. Вы знаете, ну как это не было тарана? Почему меня застрелили? Требования были выполнены. А, смотрите, требования были выполнены. Я хочу... Ну, давай. Во время того, как вы подрезали. Соответственно, у нас интернет не очень быстро работает. Они были отправлены в тот момент, когда вы подрезали. Так на выполнение требований дается 10 секунд. 10 секунд. Смотрите, да, слушаю. Требования забудьте, вы тараните. Соответственно, ага. Сотрудники уже имеют основания по вам работать. Ага. Из-за того, что вы давали информацию, что на вас, значит, находится патрульно-постовая машина, которая... А ты кто? Будь добр, представься. Хорошо, будь добр, представься. Старший лейтенант Алексей Судов. Ага, а, ну дальше слушаю. Ага. И, как бы, соответственно, они открыли по вам огонь, так как вы их протаранили. Возможно, для того, чтобы в дальнейшем выйти и расстрелять автомобиль и забрать задержанного, которого они конвоировали. Хорошо, Джеди тут, это полный ответ будет от лица департамента? Ну, это мое имя, ой, прошу прощения. Мнение, это да? Ответ. Это лица ИКАМа, да, посмотрел. Там товарищ генерал. Просто как бы, ну, все равно, были выдвинуты требования, на требования ну, смотрите, 10 секунд. Подрезали. Это причина для стрельбы? Вы врезались в них, типа, а вы все подрезали, получается. Потому что, вот, плавненько подтыкай, посмотри еще раз, обращаю внимание на следующее. Я выехал навстречу для того, чтобы совершить обгон. Он не дал мне выполнить маневры, начал мотылять на своей машине. Хорошо, хорошо, я виноват, хорошо. Это причина для открытия огня? Ну, требования были выполнены с моей стороны? Смотрите, если бы это было отдельно, да, но в совокупности, понимаете, с тем, что вы, типа, подъехали и пытались, так сказать, пранкануть и кричали, что, типа, сотрудники на нас и так далее. Хорошо. Вот когда все это вместе, то получается, это как бы угроза жизни. Хорошо, угроза жизни, хорошо. Хорошо, с их стороны не было правомерных нарушений. Какого хуя мне до сих пор правила Миранду не зачитали и не сказали, за что я задержан? Это хороший вопрос. Какого хуя вот это животное сидит и говорит, что я у него сосать буду, блядь? Я ему башку нахуй распинаю, блядь, долбоёбу, блядь. Ты как разговариваешь, нахуй, боевой кадет, блядь? Кто нахуй шалава, ты чё тут забыл, блядь? Я чечняк. Да ты нахуй тебе кепку твою снесу, долбоёб, выехаешь ты отсюда, блядь. Пиздишь ты тут, блядь. Вы кого нахуй берете, блядь? Да кого разбираться? Он говорит, что ты его папа, ебать, то, что он позволяет себе фамильярничать. Вопрос-то был следующий. Я говорю, почему ты, блядь, обращаешься к товарищу генералу-полковнику на ты? Он говорит, да это, ебать, мой папа, нахуй. Ты где папу нашел, блядь, сынок, нахуй? Говорит, ну папа, ну а то, что я служу, ебать, не должно. Это чё, блядь? Разберемся нахуй в прокуратуре, блядь. Клоун ебаный бывший, блядь. Интересно, у него мамка тут не служит, нет?
Да и бог, где она служит, бля. Просто понимаешь, вот это, когда товарищ позволяет себе говорить такие вещи, бля, говорит, я боевой кадет, бля. Ты пососешь у меня, бля, да иди ты нахуй. Да кто так общается, бля? С ним не надо проводить какие-то, блядь, разбирательства мира. Его надо нахуй увольнять, блядь. Ему самое место, блядь, в повстанке этому выблядку, блядь. Я так понял, вы уже с ним знакомы не... Я с ним не знаком, я только сейчас начал диалог. Ты пропустил, что было вообще? Я тебе могу сейчас еще отрывок кинуть. Не было здесь. А, ну, нет, ты как бы мы стоял здесь. Мы видео смотрели, наверное. А, давай я тебе предоставлю видео, с чего все началось. И ты послушаешь, как у тебя этот сынок разговаривает, блядь. Он начал прямо сейчас обучаться. Все про прокурора. Я отправлю, конечно, обращусь, ебать. Все, сейчас делаю, солнышко, сейчас, 2 минуты буквально. Смотрите, граждане, вы же понимаете, что вы провоцировали сотрудников полиции? Я пока можно это видео сделаю? Вы имеете право это сделать, без проблем, конечно, я вам просто параллельно говорю.